Всем привет! Сегодня наконец-таки будет видео, обещанное. Зрители давно просили показать, что мне подарили девчонки, когда я была в поездке. У меня летом был тур по городам России. Есть подробные видео на моем канале «Жили-были». Под видео есть ссылочки. Ричард, это не тебе. Уйди. Так, все. Кошки, собаки, все по местам, тишина. Я начинаю показывать подарки. Подарков очень много. Большое спасибо всем девчонкам, кто приходил ко мне навстречу. Я подробно не буду на каждом подарке останавливаться, потому что в тех видео о поездке там видно было, с кем я встречалась. Есть отдельные видео. Я сейчас быстро покажу вам подарки, иначе видео будет слишком затянуто, если я буду на каждом останавливаться, потому что действительно их очень много. Здесь подарки не только из поездки, ну, в общем, все, что у меня за этот год накопилось, вот то, что я вам не показывала, я все складывала в эти пакеты. Вот, поэтому вот сейчас будем с вами по очереди все эти подарки разбирать. Вот такой вот красивый наборчик от фирмы «Сделай своими руками», символы нежности, набор для вышивания 20 на 24 сантиметра. Такая схемка. Кстати, классная схемка. Я еще не вышивала. У меня нет ни одной работы от фирмы «Сделай своими руками». Ни готовой нет, ни в процессе нет. Вот такой вот классный наборчик. Так, дальше. Это очень даже интересно. Что это такое? Это такая канва. Смотрите, какая интересная канва. На самом деле я вижу первый раз такую канву. Она похожа на сеточку, на ней есть разметка. Вот такой можно делать край интересный. DMC написано. Для меня это новое. Пока еще не знаю, куда применить, для чего применить. А если кто-то уже использовал вот такую канву, вы мне напишите, для чего вы ее использовали. Мне нужно перевести еще все, что здесь написано. Так, дальше. Поздравительная открытка. Я так понимаю, что она вышивается бисером. Вот здесь на елочке бисер. Набор для вышивания бисером. Светлое Рождество. Так, не написано фирма какая. В набор входит ткань с нанесенным полноцветным рисунком, игла, бисер пресиозы, инструкция и картонная рамка. Уже идет с рамкой вот такая вот открыточка. Так, что за фирма? 3W Butterfly. Это сайт. Так, а что сам? Вот еще другие здесь открыточки нарисованы. Так, не вижу саму фирму. Butterfly, наверное, так и есть. Так, наверное, фирма и называется. Для меня это новая тоже. 18 на 14 открыточка. В общем, я не знаю, девчонки, мальчишки, что это за фирма такая. У нас я не видела такую в продаже. Так, дальше наборчик. Наборчик «Летнее утро». Обалденный набор. Люблю чудесную иглу. Размер работы 30 на 40, 44 сантиметра. Классная картина. Я такую картину Светланке дарила, и мне девчонки такую же картину подарили. Обалденные. Как все-таки совпадают у многих вкусы, да? Я рада, что в моей коллекции есть такой набор. Я Светланке подарила из своей коллекции, и мне тоже подарили. Видите, как классно. Я, кстати, думала, что я такой набор все равно в свою коллекцию приобрету, когда я Светланке дарила. Но девчонки мне тоже этот наборчик вот подарили. Видите, как классно. Обалденная работа. Дальше. Так, все, Ричард, тихо, не прыгай, не топай. Все, тихо. «Поцелуй лето» 20 на 18, наборчик от фирмы «Алиса». Кстати, можно в подушечку оформлять, если серединку, да, по краю сделать как паспорту,
ткань. И можно вот такую картину оформить в подушечку. Люблю наборы от Алисы, так же, как от чудесной иглы, комплектуются нитками гамма. Раньше чудесная игла Бестексом комплектовались, а сейчас вот гамма. Многие наборы сейчас гаммой комплектуются. У Алисы всегда была гамма. И, кстати, схемки у них похожие у Алисы и у чудесной иглы. Обожаю эти наборы. Вот такой классный наборчик от фирмы Овен. 19 на 22 сантиметра. На канве 16 каунта вышивается. Обожаю голубые, сиреневые, розовые тона. Уже девчонки знают мой вкус. Вообще обожаю вышивать цветы. Суперский набор. У меня есть похожий набор от РТО, но он большой. Он большой, там такой крупный букет большой, а это вот поменьше. Ну, очень красивый. Я хоть и не особо люблю акварельные рисунки, но этот набор мне очень понравился. Я когда его увидела в новинках у фирмы Овен, он мне понравился. И ВКонтакте я в альбом с хачушками его загрузила. И вот этот наборчик мне подарили. Классненький набор. Так, дальше. А дальше от Алисы подсолнух. Это, кстати, серия. Вот. Вот эти вот маки, подсолнух, да, вот смотрите, как это серия. Классный, размер одинаковый. Можно рядом вот так повесить, оформить, можно в подушечку. Ну, в общем, замечательные вот такие два набора. Солнечный цветок у меня, садово-огородный канал. И фотографии у меня на аватарке с подсолнухами. Но поля с подсолнухами очень классно смотрятся, обалденно. Красивые фотографии, очень красивые получаются. Вот такой наборчик от фирмы Dimensions. Я уже вам его показывала. Когда показывала всю свою коллекцию от фирмы Dimensions, там, кстати, не хватало одного наборчика, я забыла его показать. Но вот этот я вам показывала. Дарили мне девчонки в Энгельсе. Такой классный от Dimensions. Шикарные бабочки. Очень люблю бабочек, но у меня мало наборов с бабочками. Даже, по-моему, и нет у меня наборов с бабочками. А здесь вон их сколько много. Обожаю. А сейчас многие покупают бабочки от вдохновения. Я тоже их заказываю. Но они бисером вышиваются, а это нитками вышивается. Вообще здорово, да, вот эту картину. А вокруг бисерные вот эти бабочки от вдохновения прилепить. Ой, вообще будет супер. Еще бы времени столько на все хватало, чтобы вышивать, да? Чтобы быстро-быстро вышивать. На 16-м каунте вышивается. Так, дальше. Дальше вот такой классный набор. У Лукас целая серия вот таких наборов. Там разные, там и сервизы, и вазочки, чашечки. Ну и у меня теперь в коллекции вот такой есть наборчик вот из этой серии. 48 цветов, очень люблю, когда много цветов используется. Наверное, на 16 тоже, да, Аида 16, на 16 конве. 34 на 28. Ну, в принципе, тоже такой приличный размер. Хотя вот так смотришь, кажется, что небольшая должна быть работа. На самом деле, такой внушительный размер. Ну, очень красиво. Как люблю вышивать я лепестки, цветы вышивать. Просто обожаю. Девчонки, только не спрашивайте, когда я все это начну. А начну, когда закончу все свои начатые процессы. Ну, может быть, не все, но часть закончу, потом буду что-то начинать. Все, я дала себе слово. Не столько зрителям, сколько себе. Хватит ерундой заниматься, нужно вышивать все по очереди. Ну, соблазн, конечно, велик, особенно когда вы, зрители, начинаете писать, а когда ты начнешь вышивать, давай начинай, покажи нам, как выглядит тот или иной набор. Я их все вскрываю, начинаю вышивать. Но руки-то всего две. Ну, фактически-то одной вышиваем, да? Вот, поэтому одной рукой, конечно же, все сразу наборы не вышишь. Но очень хочется. Поэтому не соблазняйте, девочки. Вот такой, смотрите, классный набор от Classic Design. Здоровский вообще. Деревенский полдень. Тоже Аида 14. Обалденный. Classic Design выпускает свои наборы по схемам от Dimensions. Такой есть у Димы.
Я еще тоже не начинала от Classic Design наборчики. Я еще не знаю, как они вышиваются. Классный калибри. Ой, медвежатки, сколько медведей. Ну, много у них замечательных сюжетов. Много. И вот этот тоже классненький такой сюжет. Так, дальше. Дальше вот такой набор для вышивания нитками Анкор. Анкор. Размер готовой вышивки 30×36. Цветочный натюрморт. Нова Слобода. Нитки Анкор. Фирма Нова Слобода. Вышивается нитками Анкор Аида 14. А я сначала думала фирма Анкор, потом думаю, почему здесь по-русски написано. Оказывается, этот наборчик от фирмы Нова Слобода. А здесь схема напечатана на конвее, я так поняла. Я еще не вскрывала этот набор. Вам хотела показать, чтобы он не потрепанный был. Вот такой интересный наборчик от фирмы Нова Слобода. Маки. Мне мама говорила, почему у тебя в основном цветы? Я говорю, потому что я их не устаю вышивать. Вот еще цветы, смотрите. Наборчик от фирмы Золотое Руно. Здесь ирисы. Ирисы, размер работы 35×24, 58 цветов мулине. Смотрите, вроде казалось бы, наборчик в таких сиренево-серых тонах. Ну, занавеска, да, красная. Вот так на первый взгляд смотришь, и кажется, что здесь мало цветов. А на самом деле их очень здесь много, 58. Обалдеть. Дизайнер Крумина Елена. Золотое руно. Наверное, на 16-м тоже каунте вышивается. Почти все наборы. Ой, 18 даже, девчонки. Здесь 18-й даже каунт. У Золотого Руно в основном 16-й и 18-й каунт. Да, на 18-м такой размерчик 24×35. Это приличный наборчик. Так, я имею в виду по работе, да? Вот такой классный сюжет. Ой, а вот этот какой сюжет обалденный. Вы просто посмотрите. Сосновый бор. С ума сойти. Вот я все смотрю на большую работу от фирмы. Я смотрю на большущую громадную работу, где девчонки вышивают этот сосновый лес от, по-моему, от Лука С, если я не ошибаюсь. Ну, там огроменный размер. Там просто дубовые рощи. Вот, не сосновый бор, дубовую рощу девчонки вышивают. Это с ума можно сойти, сколько там работы. А вот этот наборчик, он очень похож. Тоже, да, лес, вот тропинка. Обалденный. Но размер поменьше, 22×31. Но посмотрите, какая проработка классная. А вот то, что размер меньше, я не скажу, что проработано хуже. 33 цвета мулине. А, наверное, опять 18-я канва. Так, в набор входит канва Цвайгард, Германия. Так, не написано. Цвайгард, Германия, игла, инструкция мулине Мадейра. Так, а размер? Крумина Елена тоже дизайнер. Что-то я сегодня какая-то рассеянная. Не вижу. Не вижу каунт. Тоже не распечатывала. Хотела вам показать все, что красиво закрыто. Да, канва 18-го каунта. Молочного цвета, 18-е. Так, почему же не написано? Ну, может быть, это я невнимательно прочитала. Что-то я сегодня рассеянная. Вот такой классный набор. Обалденный. У меня, кстати, нет еще в готовых работах вот таких пейзажей. У меня как-то есть отдельные цветы, но классный вообще пейзаж, обалденный. Так, дальше. А дальше от фирмы Arbis Art. Это основа. Основа для вышивки бисером. Вот здесь указаны цвета бисера, номера. Схемы для вышивки бисером на натуральном художественном холсте. Я уже вышивала одну работу на холсте.
Мне понравилось вышивать на холсте. Абрисарт фирма. Так, я тоже от Абрисарт вышивала. У меня там в комплекте, по-моему, был бисер. Сейчас уже точно. Да, был. Вот. Но здесь вышивается немного. Здесь не полностью вазочка вышивается. В принципе, здесь немного работы вот в этой схеме. Кое-где пришиваются вот бисеринки. Вот такой холст. Дальше. А дальше вот такая классная картина от фирмы Черивна Мить. Тоже написано «Анкор». Мы, кстати, с вами недавно обсуждали, какими нитками комплектуются. У меня в основном были «Мадейра», либо «ПНК Кирова» были в наборе. Но вот посмотрите, здесь «Анкор». Вот так вот. А, в общем, Черивна Мить разными нитками комплектует. Аида 14, Мулине Анкор. Смотрите, еще какой красивый есть сюжет. Вот с Анютиными глазками. Обалденный. Вот всегда соблазняют нас девчонки. Вот что делается. Захомячим один набор, а на обратной стороне там еще несколько, да? И тоже все хочется. Вот такие красивые маки. Очень люблю прозрачные кувшины, когда вот такая проработка. Размер 23 на 23. Так, дальше. Дальше золотое руно. 20 на 33 сантиметра. А вот такие смешные поварята. Кошки-поварята. Последняя точно кошка. Вот эти кто такие? Интересно. Средний вроде тоже кот, а первый? Собачка? О, так это получается, смотрите, первый рыжий, это Ричард. А вторая, ну, пускай это будет Зая, хоть она и серая. А вот это вот наша черномазая Мурзилка. Вот оно, наше семейство. Две собачка и две кошки. Крумина Елена. Наверное, девчонки, когда дарили, наверное, имели в виду всю мою псарню. Прикольно. На конве 16-го каунта вышивается. Вот такие вот поварятки. Дальше. Дальше набор от РТО. Вот такой классный наборчик. Тоже маки обалденные. Как я люблю цветы. А здесь напечатано. Схема напечатана на конве. Я хоть и не вышивала на такой конве, но когда-нибудь попробую. Кстати, на природу, наверное, удобно брать. Считать не надо. Или в трансляциях вышивать, да? А в трансляциях обычно что, полегче вышиваю? Посложнее там запутаешься. Наборчик называется «Летнее утро». Крупная 14-я канва, но в основном напечатанная на конве. А идет 14-я. Аида 14-я. Классный наборчик. Так, дальше, дальше. Следующий пакет. По очереди буду вытаскивать. Вот такие классные блокноты-еженедельники. Мне девчонки уже намекают подарками. Когда же я перепишу все свои работы? Так, здесь... подъем, завтрак, встреча. Так, режима дня у меня нет, я безрежимница. Но, смотрите, здесь вот можно подробно заполнять, какие я вышила работы. То есть, каждая страница на каждый набор. На самом деле, у меня уже много еженедельников. Я уже делилась со своей снохой, с Алинкой. Но девочки мне напоминают, когда же я перепишу все свои работы. Нужно это сделать. Я все говорю, как только я аврал разгребу с работы, то так я займусь переписью. Вот. Но что-то не заканчивается мне моя работа. Она какая-то у меня в этом году бесконечная. Вот такая красивая обложка. Она как кожаная. Очень много страниц. Очень много страниц. Но это как дневник. Это как дневник, его нужно вести. Здесь очень много можно что писать. Такие еженедельники.
карандаш. Очень интересный карандаш. Разными цветами пишет. У меня, кстати, не было таких карандашей. Вот теперь будет. Вот такой органайзер. Органайзер для ниточек. Здесь, наверное, нужно подписывать номера. Иначе я запутаюсь. Вот, наверное, нужно как-то подписывать. А, девчонки, а чем вы подписываете? Или наклеиваете? Наверное, липкие ценнички, да, наклеиваете по номерам. Очень красиво. Обалденно. Маркеры. Такие вот разные маркеры. Я, кстати, канву не зачеркиваю. Но нужно, наверное, начинать зачеркивать. Потому что я в последнее время почему-то путаться стала. Ну, когда работы много, голова забита работой, и подбегаешь к вышивке, не можешь на ней сосредоточиться и, естественно, путаешься. Смотрите, какие ножнички. Классные ножнички. У меня уже собирается коллекция ножничек. Наверное, я уже скоро буду не просто вышивальщица, а коллекционер ножничек. Я уже коллекционирую наборы, и осталось мне коллекционировать ножнички. Классненькие такие ножнички, красивые. Обалденные. Так, дальше у меня магнитики. Вот такой магнитик Саратов. В каких городах я была. И магнитики мне девчонки дарили на встречах. Москва. В Москве была. Так, дальше. Дальше. Это вот такая заготовочка. Заготовка. Конфетка. От фирмы «Дивная вишня». И магнитики. Магнитики вот для канвы. Это глазки для Алины. Для Алины. Для Алининых куколок. Алина вяжет куколки и вот такие глазки. Вот такая интересная штучка. Это сантиметр. Обалденный сантиметр. А теперь вот так оп, нажимаешь. Теперь нажимаешь, оп, и он запрыгивает. Классный вообще сантиметр. Вот у меня с этим проблема, девчонки, угадали. Мне как раз сантиметр нужен. Так, Зая, прекрати лезть в пакет. Ну ты же взрослая девочка, или это Мурзилка? Мурзилка в пакет полезла. Не шурши, зараза такая. Она мне шуршит. А это деревянные пуговки. Алина для своих игрушек тоже использует, когда вяжет платьица, кофточки и пришивает вот такие вот красивые пуговки. Я думала, когда-нибудь буду заниматься скраббукингом, и мне пригодятся эти пуговки, но пока у меня руки не доходят до скрапа. Веточка такая. Веточка. Вот еще кошечка. Круглая пуговка. Ну все, теперь можно это Алине дать для работы, а то ведь я ей не давала. Я ждала, когда вам покажу, а потом уже дам Алине. Открыточка еще вот такая. Алена и Светлана подписали. Дорогая Инесса, спасибо вам за то, что вы делитесь с нами своей жизнерадостностью и оптимизмом. Здоровья вам, счастья всей вашей семье. Алена и Светлана. Москва, 2018 год. Вот такая память у меня о поездке будет. Я сама не знаю, как я решилась на такую поездку. 15 лет никуда не выезжала так далеко. И я решилась и осилила. Вот такие еще штучки красивые. На самом деле, я не знала, что это за штучки такие. Я долго их разглядывала и не понимала, что это. Но на самом деле вот это резачок, это брелки, они такие походные, это футляр для иголочек, а это резачок, представляете? Наверное, многие из вас уже знают, а я не знала. Я смотрела и не понимала, думаю, что это такое за брелочки, для чего они? Так, киса, уйди, все здесь у меня, и Тимуры, и киски, и собачки.
магнитик еще и вот такие красивые тесемочки. Какая обалденная тесьма. Я все никак не сделаю крышечки на баночке, но очень туда пригодится вот эта тесьма. Ну и теперь тесемки очень нужны Алине для ее игрушек. Когда девочки подарили мне эти тесемочки, Алина еще тогда не вязала столько много игрушек, но теперь ей тоже нужно. Я с ней делюсь. А это мыло ручной работы. Это я показывала уже в видео, где в Энгельсе встреча у нас была. Вот такое классное мыло. Еще открыточка. Красивый цветок. Девушки-красавицы, оставайся такой же веселой и будь самой собой, от Яны. Девушки-красавицы, Ян, спасибо за девушку, за красавицу отдельное спасибо, очень приятно. Вот такая память у меня от девчонок. Смотрю и сама не верю, что это я ездила. Вот такие шармики красивые. Они такие тяжелые, эти шармики. Такая снежиночка, подкова. Очень качественно сделаны. Такие здоровские. Для маячков можно их использовать. Густое мыло для волос и тела. Обожаю вот такие фруктовые запахи. Малина, смородина, персик, яблоко. Я не люблю цветочные запахи, но обожаю фруктовые запахи. И вот такое вот густое мыло. Вот такая тканюшка еще. Ткань для пэтчворка. Лоскутное шитье. Такая тканюшечка. А здесь разные бусинки. Девчонки знают, что я занималась изготовлением маячков. И вот эти бусинки, по-моему, это вручную расписаны бусинки. Если я не ошибаюсь, то это ручная роспись. И вот такие еще бусинки. Они на веревочке просто висят, чтобы не потерялись. Ну вот так вот они упакованы. Бисер. А бисер мне, скорее всего, для бисероплетения. Я делала пасхальные яйца. У меня первые видео мои на канале – это пасхальные яйца. И вот такие вот, вот такой красивый бисер. Как раз я там использовала вот такой бисер покрупнее. Так, Зая, уйди, это не для тебя. И вот такие красивые вот такие бусы. Смотрите, какие обалденные бусины. Это тоже для маячков. Класс. Я люблю всякие блестючие предметы. Органайзер Дубко. Как-то я не привыкла использовать органайзеры. У меня все такие картонные. А никак еще не приспособлюсь я вот к такому органайзеру Дубко. Но девчонки пользуются, очень удобно, говорят. А я все по старинке. И, кстати, вот по старинке у меня пяльцы дешевые. Но у меня же есть теперь пяльцы Нурге. И большого диаметра, и поменьше. Но, наверное, уже нужно мне как-то переходить на более качественные вещи. А я все по старинке на дешевых вышиваю. Вот такие Нурге нужно использовать. Вот такие рамочки еще. Вот такая рамочка. Можно ее для фотографии использовать. Она на подставке. Она на подставке. Эта рамочка. А вот такая вот круглая. И еще вот такая рамочка. Так, я кверх ногами показываю. Вот так нужно показывать. Я все вытираю. У меня аж кошки здесь прыгают. Мешаются. Сказала им тихо. А им всем нужно. Пакетики шуршат, их привлекают. Вот такие вот две рамочки. И в этой коробке вот такой вот станочек. Это деревянные пяльцы на подставке, 20-сантиметровые. Это Алина мне дарила. Нужно их собрать. А я еще не собирала, я еще не пробовала. Нужно попробовать. Я в последнее время вышиваю на пяльцах.
Я не использую большой станок, он у меня стоит на подоконнике, но мне удобнее вышивать на пяльцах. И вот как раз пяльца с подставкой нужно попробовать. Я еще не пробовала. Вот пока Тимур дома, он мне соберет. И я потом попозже вам расскажу. Сделаю отдельное видео, на чем я вышиваю и какие у меня есть станки. Наверное, надо отдельное видео об этом сделать. Ну и как раз поделюсь с вами впечатлениями. Сразу хочу сказать, что дерево такое классное, гладенькое. Я все смотрела на подставку от Гаммы. Туда любые пяльцы можно крепить. Ну вот попробую. Попробую вот эти вот пяльцы. И потом вам скажу. Огромное спасибо девчонкам за такие шикарные подарки. У меня еще есть видео о посылочке. Я сюда же вам его вставлю, хотя я его снимала намного раньше, но я его не выкладывала. А поэтому сейчас тоже покажу, какие там были подарки. Это еще летом было, снимала летом. Ну вот в одном видео решила собрать. Давайте сейчас вместе с вами будем смотреть. Так красиво, аккуратно упаковано. Вау, тут сколько много всего. Мою зрительницу зовут Наташа. Сейчас посмотрим, что Наташа мне прислала. Здесь вижу что-то вышивальное. Синички и черешня. Классный наборчик. Мне такой наборчик дарила Оля, когда приезжала. У меня теперь таких наборчика два. Но в любом случае большое спасибо. Я с кем-нибудь поменяюсь на какой-нибудь другой набор. Поэтому я не переживаю, я не расстраиваюсь. И вы, Наташа, тоже не расстраивайтесь. Набор замечательный, классный вообще сюжет. Так. Ой, какая основа. Основа для бисера. Отсвечивает немножко. Девушка, и у нее шляпа. Я обожаю вышивать цветы, обожаю вышивать розы. Так, схема для вышивки бисером сделана в Украине. ТМ Мика. Я еще от этой фирмы не вышивала. И здесь уже есть бисер. Ничего не нужно подбирать. Уже укомплектовано бисером. Вот это вообще классно. Я не очень люблю вышивать подбором. Хотя здесь есть ключ. Здесь есть ключ. Но все равно нужно было бы подбирать бисер. А здесь уже все подобрано. Большущее спасибо. Розовое настроение называется. А вот артикул А998. Очень красивый сюжет. Очень красивый. Мои любимые цветы. Так здесь еще вот рукава ажурные. Перчатки. И вот здесь кофта. Я уже представляю, как это будет красиво и ажурно. Замечательная картина будет, обалденная. Так, дальше будем смотреть. Дальше будем смотреть. Так. Вау, какой интересный набор. Я первый раз вообще вижу, что это за набор. ТМ Дантель. Надеюсь, правильно я читаю. Набор для вышивания крестиком. Размер картины 43 на 30. Никогда не видела я такую фирму, ну и тем более не видела такой сюжет. Опять же, мои любимые цветы в вазе. Очень красивый набор, обалденный набор. Ниточки красивые, нежные такие.
Канва 14 каунта, нитки мулине ПНК Кирова. Классная комплектация. Кировские ниточки хорошие. Интересный набор. 24 цвета. Очень красиво. Во втором пакете тоже сумочка красивая. Ничего не помялось. Все доехало прекрасно. Открытка. Большое вам спасибо за эфиры. Открытка. Спасибо вам за эфиры. Большое спасибо за все. С уважением, Наталья. Спасибо большое, Наташа. Так, сейчас посмотрим, что здесь. Шоколад. Молочный шоколад. Но я такой шоколад никогда не пробовала. Я не знаю, что это за производитель. Какой-то импортный шоколад. Спасибо большое. Необычный красивый шоколад. Ну, я уверена, что он очень вкусный. Он не только красивый, он очень-очень вкусный. Смотрите, какой классный сувенир. Наташа живет в Губкинском. Это Ямало-Ненецкий автономный округ. И посмотрите, какой прикольный, классный сувенир. Магнитик. Что-то тут интересное. Какой-то эликсир. Наверное, молодости или жизни. Так, Губкинский. Нефть? Тимур говорит, наверное, это нефть. Точно. Вот нарисована нефть. А Тимур, как ты догадался? А Тимур не видел магнитик и догадался. А я только сейчас увидела вот эти картинки. Ну ладно, неважно. У меня это будет эликсир жизни и эликсир молодости. Для меня это будет символичный сувенир. Так. А это что такое? Город, куда хочется вернуться. А, Тимур, ты там работал, поэтому ты знаешь. Город, куда хочется вернуться. Это наперсток. Я же коллекционирую наперстки. Какой красивый, эксклюзивный наперсток. Обалдеть. Я покажу вам еще наперстки, которые я привезла из поездки, но они керамические, а это такой ажурный, у меня вообще такого даже похожего нет. Классный. Магнитик. Еще магнитик. Рукавичка. Улеглась рядом на моем шарфике. Все смотрят, подарки любят. Коробочка красивая. Конечно же, она мне тоже пригодится. Как смотрит Ричик на коробочку. Так, это чай. Наверняка это чай. А Ричик, тебе очень надо, да? Как будто ты пьешь чай. Тебе везде надо свой нос сунуть. Обязательно. Мои любимые подсолнухи. Логотип моего канала. Спасибо большое, Наташа, за подарки. Вот Тимур мне собрал вот эти пяльца, чтобы я попробовала. Алинка уже выбирает себе бусинки-тесемочки. Алинка, здесь еще вот пуговки тебе для твоих игрушечек. Глазки. Вот тебе, пожалуйста. Я ей не показывала, чтобы она не отобрала раньше времени. Ну, в общем, вот такие у меня пяльца. Нужно попробовать на них вышивать. Ну все, теперь будем еще разглядывать подарки, еще раз раскладывать их по коробочкам. Это такое? А это рулетка. Ну все, сейчас я Алине буду объяснять, что это такое. Нужна рулетка. Игрушки мерить. Игрушки мерить. Ну, в общем, на расхват. Девчонки, вот столько у меня в этом году подарков. Я сама обалдела. Вот сейчас все это вытащила, я просто обалдела. Я уже их разглядывала, сейчас второй раз с вами перебираю. И удовольствие не меньше. Такое ощущение, что я только приехала с поездки. В общем, я те же самые эмоции еще раз испытала. И спасибо большое еще раз девочкам. И вам огромное спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.